Деякі заспокійливі перетворюють людей на овочі. А Біфрен знімає стрес і зберігає мозок активним. Біфрен. Працюй спокійно та ефективно. Найкраще кіно на каналі Україна. Маш, привет. Привет. Енок, привет. Ты сегодня звезда. Может, сходим куда вечером, а? Толя, извини, я занята. Чем? Или кем? Нет, на тебя завтрак готовить? Нет, мам, я сама. Нина, ты когда-нибудь можешь нормально позавтракать? Мам, ну что ты называешь нормальным? Кофе и сигареты? Ты слышала когда-нибудь о здоровом питании? Я знаю одно, что если ты будешь своего будущего мужа кормить вот этим, то он от тебя сбежит на следующий день. Не сбежит. У меня будет самый лучший муж. Здравствуйте. Здравствуйте. Могу быть вам полезной? Да. Я хочу сделать предложение, и мне нужно изысканное кольцо под стать моей девушке. Например, вот это. Отличный выбор. Как вам? Простите. Эй, Любавина! Хорошо выглядишь. Спасибо. Сегодня что? День работника легкой промышленности? Привет, может, ты замуж выходишь, а? Ну, не знаю. День только начался. Ну, удачи тебе и в труде, и в личной жизни. Ну, так что, во вторник? Ну, подожди, мы договаривались. Ой, Глеб, ты уже на месте, привет. Привет, Нино. Что у нас? А, у нас? Это все хорошо у нас. По Виктории утвердили ткань, выбрали фурнитуру, приступаем к эскизам. Год. Угу. Как, наброски показать? Позже. Хорошо. По пиццерии, пошивочный цех. Все раскроил, вот только 40 метров ткани не хватило. Не знаю, как они просчитались, придется ее докупать. А, так они остановились на белом верхе и шелковых косынках с логотипом. Глеб, ты меня слушаешь? Всегда, Нино. Как бы ты хотела, чтобы тебе сделали предложение? Предложение? Руки и сердце. Хочется чего-то необычного. Прыжок с парашютом, воздушный шар. Нет, лучше всего романтический вечер на крыше. Ужин, свечи, цветы, звезды, скрипач. Тебе нравится? Да. Как кольцо годится? Очень красивое, да. Глеб, подожди, я что-то не поняла сейчас. Ты что, женишься? Похоже на то. Самому не верится. Ты могла бы все это
организовать мне на субботу на 9 часов вечера. Я? Ну да, тебе ведь не трудно. Я должна все это сделать? Да. Глеб, ты извини, у меня еще очень много работы. Мне нужно фурнитуру просмотреть и... Ты знаешь, я, наверное, пойду. Ладно? Кстати, платье у тебя такое прикольное. Новое или я уже видел? Я же тебе говорила, тут вполне съедобно. Так что можно больше не давиться диетической едой из судочков. Тем более у тебя прекрасная фигура. Как думаешь, он на ней женится? Похоже. Вон как воркует. Милый зовут, администратором тут работает. Красивая. Да ну, ничего особенного. Ешь давай салат, вкусный. Хватит глазеть. Ты свободна в субботу вечером? Для тебя я свободна и в субботу, и в воскресенье. У меня для тебя есть маленький сюрприз. Ух ты, какой? Ну, это же сюрприз. Ну, хорошо. Загадочный ты мой. А что это за новенькое? Вон, в бежевом платье. Да Нина Любавина, моя правая рука, надежный человечек. Так смотрит на тебя, будто влюбилась. Не, мы просто друзья. Да мне кроме тебя никто не нужен. Смотри мне. Нин, ты куда? Нин! Нинка! Нин, ты чего? Бедная моя, бедная. Уволюсь, наверное, Полин. Не говори глупостей. Зарплата у тебя хорошая, график свободный. Ты просто не циклись на этом Глебе. В мире вон больше 7 миллиардов человек. Половина из них мужики. Среди них точно твой есть. Нинок, добрый вечер. Толь, привет. Эльзу выгуливаешь? Тонко заметил. А мы утром там клеща подцепили, так что аккуратно. Так вроде не сезон. Ну ладно, спасибо, что сказал. А, да. Нин, ну я серьезно. Может, сходим куда, а? Ну там, в караоке. Уважаешь? У меня слуха нет. Толь, пока. Прости. Эльза, пойдем. У меня он есть. Что я для нее? Рожа не вышла, а? Доброе утро. Доброе. Хотите позавтракать? Да, не откажусь. Смотрю, тут у вас все так изменилось. Другой дизайн, мебель другая. Вот люди незнакомые. А, давно не были? Ну да, почти 2 года. На завтрак могу предложить вам наши фирменные
блинчики с творогом и вяленой клюквой. Хорошо, блинчики это хорошо, давай неси тогда. Ты мне лучше скажи, Милка Зарицкая у вас работает еще? Конечно. Только она будет ближе к 12. Ну давай, короче, неси там всего побольше. Ага. На свой смотри. А, слышь, братиш, вернись. Иди сюда. Ты мне вот что скажи. Я так смотрю, у вас тут такое заведение. Вокруг Милки много мужиков топчется? Ничего сказать не могу. У меня зрение плохое. Ну, а я как раз окулист. А теперь как, улучшилось? Лично я никого не видел. Это хорошо. Молодец. Ну все, иди. А что ты напрягся так? Иди, иди. Принеси мне, давай, что. Сейчас. Сегодня же куплю новый. Как хорошо, что ты осталась. Давай вообще сегодня никуда не пойдем. Нет, ну тебе, конечно, хорошо говорить, ты хозяин, а я на ставке. Ну, отпуск тебе полагается. Куда поедем? Хочу показать тебе один водопад. Ну, на Ниагарский я еще не потяну. Пойдем на байдарках по реке. Отвесные скалы, природа. Потрясающий водопад. Никого рядом, только ты и я. Отлично. Ой, слушай, мне уже ехать пора. Отвезешь? Конечно. Ты что, расстроилась? Будет в Ниагарске. Через пару лет я раскручусь. Веришь? Знаю. Я тебя тоже. Звоню. Хорошо. Всем привет. Я на месте. Как дела? Там мужик с утра тебя ждет. Мила. Привет. Хорошо выглядишь. Даже лучше. Скучала. А что, выпустили? Ой, я скучал. Мила! Мила! Постой! Мила! Да погоди ты! Ну. Стой! Да руки убрал! Гад, сволочь! Без гроша меня оставил, без квартиры. Думал, я тебя на шею брошусь. Ну, как-то так, думаю. Слушай, давай начнем все сначала. Что? Все сначала? Да я только в себя пришла, только с долгами разобралась, хоть квартиру себе сняла. Не квартиру, а дыру крысиную. Мил, там люди. Исчезни вдруг, а? Ты видишь, мы разговариваем. Я сейчас приду. В общем так, Григорий, ты своим курсом, а я своим. Все, дорожки разошлись. А погоди ты, постой. Покажу тебе кое-что. Твоя, что? Ну, нравится? Садись, еще кое-что покажу, не пожалеешь. Мил, что, боишься меня, что ли? Я? Да пошел ты.
Очень хорошо, что ты дошла. Ну, как мое поручение? По поводу тендера я все скинула на почту. Нет, нет, нет. По организации вечера. Глеб, ты меня, конечно, извини, но это не входит в мои обязанности. И вот, держи, я увольняюсь. Что? Может, объяснишь? А мне надоело. Ну, что именно? Глеб, а мне надоело, что я приношу тебе постоянно новые идеи, а ты говоришь, что у тебя не хватает средств на эксперименты. Ну, какие конкретно? Ну, взять хотя бы последние свитшоты. Да, там нужно вложиться, но это прибыльно. Глеб, я технолог швейных изделий, мне уже просто надоело шить постоянно рабочие халаты. Нин, я прошу тебя, не утрируй. Тебя кто-то переманил? Кто? Глеб, это не важно. Как не важно? Важно. Глеб. Это твое окончательное решение? Не думал, что предашь. Вот только не нужно говорить о предательстве. Насильно мил не будешь. Пожалуйста. Откуда это все? Да не важно. Это вообще не важно. Главное, что мы теперь вместе. Шампанское, которое ты любишь. Я все помню. Вообще все. Ну что? Вообще за новую жизнь. Ты знаешь, я неважно. Вы мне запомнились еще с весенней выставки. Да, вы мне тоже, поэтому я вам и позвонила. Вот моя работа. Хотите посмотреть? Конечно. Значит, уходите от Глеба. А что так? Чем не угодил? По личным причинам. Ну, это общее, а конкретно? Вы знаете, мне не очень хочется об этом говорить. И, поверьте, причины были. Если у вас нет для меня работы, вы лучше так и скажите. А как насчет рекомендаций? Рекомендаций нет, но есть мой диплом и мои работы. Но более того, я помню еще одну вещь. Какую? О какой машине ты всегда мечтала? Абонент временно недоступен.
Да. Глеб, это Кристина Иваницкая. Из Орхидеи. Можешь говорить? Могу, что-то срочное. У меня на собеседовании была твоя Нина Любавина. О как. Быстро. Я так поняла, она от тебя уходит? Хорошая, талантливая девочка, но внятной причины она мне так и не сказала. Странно это слышать. Глеб, мне нужно принять решение. Что ты можешь сказать о ней? Орхидея – отличная контора. Я так рада за тебя, подруга. Какие у них там зарплаты? Почти в два раза больше после испытательного. Ого, вот это да! Слушай, иди, не задумываясь. А Глеб пусть локти кусает. Кстати, спроси им, там хороший бухгалтер не нужен? Хорошо, я спрошу. Так, нам зеленый, что мы делаем на зеленый? На зеленый. Идем, красный стоим. Молодец, умница. Посмотри на эту невесту. Я млею. Интересно, нашему Глебушке рога не жмут? Ну что? Может, ты уже не увольняешься, подруга? Нинуль, я так рада, что ты двигаешься вперед. Эльза, место. На прошлой работе я тебя давно исчерпала. И потом, опять же, новые встречи, знакомства, да, впечатления. Да, ой, интересно, кто это? Я открою. Привет. Привет. Извини, что без предупреждения. Нет, ничего, проходи. Конечно. Сейчас. Проходи. Сейчас. Садись. Спасибо. Чай, кофе? Будешь что-то? Нет, спасибо. Надо поговорить. Ты давно ведешь переговоры с Ваницкой? С Ваницкой? Всего один день. Вчера начала. Нино, я не хочу, чтобы ты уходила. Это неправильно. Мы классная команда. Ты очень важна для компании, для меня. Я дам тебе столько же, как в Орхидее. И окей, делай свои свитшоты. Ну что, все вопросы решили. Теперь звони Иваницкой и говори, что ты остаешься. Глеб, подожди, я... Ты ведь все-таки женишься на Миле, да? Ну да, это здесь при чем? Глеб, дело в том, что я считаю правильным тебе это сказать. Ты должен это знать. Мы с Полиной видели, как Мила целовалась с каким-то мужчиной в машине. Да, что за бред, Любавина? Зачем ты это выдумываешь? Почему сразу бред? Глеб, я ничего не выдумываю. Подожди, у Поли даже фото осталось. Сейчас я попрошу, она вышлет. Не нужны мне ваши фото. Нет, подожди, у нее было. Вот, все. Все, сейчас она пришлет. Сейчас. Любавина, ты действительно меня любишь? Вот. Ну, посмотри. Не нужны мне ваши фото. Я знаю Милу, мы любим друг друга. Ну, здесь все видно, посмотри, она сидит. А тебе действительно лучше уволиться. Прости, я все слышала. Мама, только не нужно ничего говорить, ладно? Я и так знаю, что на планете 7 миллиардов людей, половина из них мужчин. Что, правда? Это вдохновляет.
О, Миш, привет. А где Мила? Я звоню, она трубку не поднимает. Может, что случилось? Уволилась наша Милочка. Так как это уволилась, когда? Да сегодня с утра. Зря его написала, пузырь выставила и все дела. Просим, мне надо работать. Подожди, она ничего не объясняла? Да ничего она не объясняла. Больше ничего не знаете? Человек, извините, блюда уже более часа на столе, обветрились. Может, заменить? Убирайте все. И вы тоже можете быть свободны. Молодой человек, они иногда не приходят. Так бывает. Мне искренне жаль. Благодарю вас. И вам спасибо. Все-таки пришла. Что-то случилось? У тебя какие-то проблемы? Нет. У меня все хорошо. Все хорошо. Тогда выходи за меня. Глеб, я не могу. Я уже замужем. Ух ты. Могла бы просто сказать «нет». Не могла. Глеб, ты очень хороший, красивый, умный. Но мы с мужем давно не виделись, уже 2 года. И вот помирились. Он мне новую машину подарил, о которой я всю жизнь мечтала. Хочешь посмотреть? Вон там внизу. Другой раз. А еще мы с ним собираемся снова в медовый месяц. На Ниагарский водопад? На Сейшелы. Не кисло, правда? Ты ведь говорила, что ты меня любишь. У нас были планы. Как это все понимать? Не обижайся на меня, хорошо?
Нинок! Лиза, пойдем. Привет! Ой, привет, Толь. Смотри, какого красавца прикупил. А? Правда, не автомат, механика, но не прожорливый. Ну, здорово, поздравляю. Спасибо. Поставлю диван, там, тельчик монтирую, холодильник, люстрочку повешу. Дом на колесах. Можно будет путешествовать. Ну, или за город выехать. Вот. Ну, отличная идея. Да, супер. Нин, я по поводу караоке так ляпнул. Я его сам не догоняю. Вот. Может, на выставку сходим? Расширим кругозор. На выставку? А что за выставка? Ну, не знаю. Есть же какая-то. А ты знаешь, что ли? Давай. Да. У меня как раз сейчас уйма свободного времени. Да, Эльза? Ты что, правда, что ли? Да. Yes! Ой, подожди. Ничего, ничего. Слышал? Да, Поль. Эльза. Так, на выставку пойдем. Девушка, сюда нельзя. Я знаю, я просто хотела узнать по поводу Глеба Черни. Тяжелые больные, прооперированные. Я знаю, вы можете сказать. Прооперированные, ожидайте, ожидайте. Они всем, всем говорят, ожидайте. Илья Сергеевич, отец Глеба. Нина, как такое вообще могло случиться? Глеб отлично водит машину. Говорят, что машину занесло, он был не пристегнут. А еще сказали, что в крови обнаружили алкоголь. Алкоголь? Он же пьяным никогда не сядет за руль. Я сам не понимаю. Ничего, он придет в себя, я с ним обязательно поговорю, обязательно. Как все толком? Черников вышел из комы. Состояние пока стабильно тяжелое. А его можно будет увидеть? Я вас очень прошу. Один человек на пару минут. Спасибо. Спасибо вам. Идите. Нет, что вы, идите вы. Нет, нет, он будет очень рад вас видеть. Вы же невеста. Я не невеста. Простите, но Глеб сказал, что он собирается жениться. Да, собирается. Но не на мне, на Миле, а я Нина. Так что вы идите. Время со мной было. И не выходила. Мила. Нина, сынок. Здравствуйте, это Нина Любавина. Здрасте.
Мила, дело в том, что Глеб сейчас в больнице. Я могу скинуть адрес. Он попал в аварию. Приезжайте, пожалуйста. Я не могу. То есть как не можете? Вашего невесты. Девушка, меня нет в стране. Ну что, что нет? Приезжайте. Глебу сейчас очень нужна ваша помощь. Это вопрос жизни и смерти. Передайте ему, пусть выздоравливает. Вы все знаете, какая беда случилась с Глебом. Несмотря на это, компания продолжает свою работу. У нас есть старые заказы и будут новые, я вам это обещаю. Зарплата тоже будет, не волнуйтесь. Мы не волнуемся, понимаем. Ну вот и хорошо. Поэтому работаем в обычном режиме, даже лучше. Мы не должны подвести Глеба в такую тяжелую ситуацию. Как он выкарабкается? Ну, я очень надеюсь на это. Но восстановление займет больше месяца. Мы должны собраться и доказать, что мы команда. Есть вопросы? Все ясно, Ниночка. Мы не подведем. Тогда за работу. Милочка! Григорий Павлович, с приездом, как отдохнули? Отлично. Обед есть уже? Конечно, как заказывали. Солянка, рыбка запеченная. Я думаю, чем воняет. Наверное, в дороге укачала. На кровати, на стол. Чемоданы потом разберете. Хорошо. Королевство в Африке. 7 букв. Ты в какой области трудишься? Может быть, и был в Африке, ну, в королевстве ихнем. Дед, я пытаюсь уснуть. Ну, ты спи, спи. Здравствуйте. Глеб, привет. Здравствуй, красавица. Жена, что ли? Нет, нет, не жена. Можно я ваш стульчик возьму? Пожалуйста, конечно. Как ты себя чувствуешь? А я тебе принесла бульон. Там разные фрукты. Все очень полезное. Ну, все, любая, да. Проведала покалеченного. Поставила галочку. Теперь иди. Как тебя вообще Иваницкая отпустила? У нее уже 24 часа в сутки все работают. Как там вип-клиенты? Всех обложила. Будем считать, я этого не слышала. Я у нее не работаю. Я же тебя уволил. А я порвала твой приказ и свое заявление. Так что работаем в обычном режиме. Я извиняюсь. А как насчет бульона? Будешь, нет? А то кормежка здесь не для слабонервных. А давайте я его налью. Ага, пожалуйста. Спасибо. Наваристый. Хорошая курица была. Угу. Ладно, давай мне. Да. Да, я сейчас. Вон, держи. Так удобно будет? Да? Спасибо. За что? За все. Да-да, все, я все понял. Я сейчас приеду, порешаем все вопросы. Хорошо. Да. Зайка, мне нужно ехать. Гриш. Что? Куда ты едешь? Мне что-то так плохо. Может, я какую-то заразу в этих тропиках подхватила? Зайка, ну сходи к врачу. Я не знаю, через сколько я вернусь. Это не от меня зависит. А от кого? Гриш, у тебя что, другая женщина, да?
Дуреха ты моя, ну какая другая женщина? Малыш, у меня бизнес свой. Что думаешь, я ничего не понимаю? Тебе днями и ночами звонят, ты при мне никогда не разговариваешь. Солнышко, ты думаешь, это все нам с неба падает, что ли? Я отмотал 2 года за важного человека, принял его вину на себя. Теперь он мне взял свой бизнес. Мы с ним партнеры. Ну. Что же у вас за бизнес? Так, солнышко, давай, не задавай лишних вопросов. Держи, сходи к врачу обязательно. Малыш, да. Ну, сама справишься. Дай ко мне. Все, я бегу. Береги себя. Ноги не слушаются, я совсем их не контролирую. Время нужно, сын, и обязательно нужно поставить перед собой цель. Ну, ничего. Организм молодой, справится. А при такой кормежке лучше прежнего будешь. Я всегда жду твою Нинку. Котлеты куриные у нее знатные, а запеканка какая. Ох, не знаешь, чего сегодня принесет? Да вам бы только поесть. Вот естественная потребность организма. Хоть не выписывайся. Сын, ты извини, что вмешиваюсь. Никак не пойму. Нина к тебе приходит, а невесту твою ни разу не видел. Поссорились? Бать, эту страницу я перевернул. Четко определяется плодное яйцо. Размеры плода. Рост 61 миллиметр, вес 13 грамм. Это какой срок? Соответствует 12 неделям. Подождите, какие 12 недель? У меня даже цикл не нарушился. Ну, такое иногда случается. Вы что, правда, ничего не чувствовали? Тошнила меня, голова кружилась. Была в перелетах. Смена климата, еды, думала, из-за этого. Ну, никаких патологий я не вижу. Становитесь на учет, сдадим анализы. Родим здоровенького ребеночка. Никого я рожать не собираюсь. Я буду делать аборт. Не поздно еще? Ну... Оно-то не поздно, но хорошо подумали. Хорошо подумала. Ребенок не от мужа. Я буду делать аборт. Завтра могу? Когда в ближайшее время? Двенадцать вас устроит? Устроит. Здрасте. Гришка, ты дома? Почему мне ничего не сообщил? Ну, что я должен тебе сообщать? Я к тебе домой пришел. А вот ты, как порядочная жена, должна была меня дома ждать. Так где ты была? Гуляла, по магазинам прошлась. Mm. Что купила? Ничего не понравилось. Я тут кое-что... Кое-что нашел. Гриш, я собиралась тебе рассказать. Просто не понимала, как ты отреагируешь. Если хочешь, я сделаю аборт. Что, аборт? Да ты что? Я о сыне всю жизнь мечтал, любовь моя. Я так счастлив. Моя хорошая. Моя хорошая, у меня будет сын, будет наследник.